Итак, всем привет, с вами Дубгай. Продолжаем играть за Нидерланды Виктория 3. В прошлой серии мы опять прибавили ВВП. Уже так в топ-5 заходим. И я думаю, мы за эту серию поднимемся еще на, ну, хотя бы одну позицию, может, две. Яички здесь тоже растут, надо понимать. Хоть и, конечно, медленнее, чем игрок, но все равно вот уже, допустим, там Франция 240 миллионов. Обычно у Франции было бы меньше. Но самое главное, мы очень плотно колонизируем Африку. И сейчас уже скоро исследуем себе профилактику малярии и начнем колонизировать провинции с тяжелой малярией. И в отличие от вот этих всех остальных ишек, у нас там дебафов не будет, все говоря. Да, все, у них есть дебафы, слава богу. Просто у них население больше. У нас еще очень большой минус, у нас нет населения на то, чтобы это все колонизировать нормально. Вот, но зато у нас есть техи, есть институт прокачанный. Также мы тут ввели себе тоже хорошие законы. Теперь институты поднимаем под эти законы. И сейчас продолжаем. Вот медицину прокачаем. Дальше посмотрим. Может, что-нибудь с дискриминацией будем делать. В любом случае, поехали. У нас прокнул плохой ивент, поэтому давайте отменим. Бюрократию нам обрезал. И посмотрим, что можем принять вместо этого прямо сейчас. И я думаю, давайте-ка разделим полностью религию и государство, да? Собственно говоря. Будем избавляться от дискриминации лишней. Но дискриминация есть. Вполне себе. Хотелось бы мне и тут поставить. Вот тут мультикультурализм. Ну, посмотрим. Может, я его даже поставлю, потестим. Может, будет чуть-чуть получше. Но я ожидаю, что будет очень страшно и очень будет лагать, поэтому, ну, в году, может, 80-90 мы это поставим. Так, национализм не следовался. Давайте посмотрим, что у нас само будет распространяться. И это... Это фотоаппарат, кстати говоря, на самом деле тоже пойдет. То есть мы исследуем его, у нас это еще удешевится, и будет практически как раз, я думаю. Просто инвестировать сюда сверх лимита вот этого вот, ну, не так эффективно, пока у нас эти технологии не исследованы. И вот здесь распространяется философский прагматизм, давайте его тоже добьем. И видите, у нас уже 19,6 это стоит. Я думаю, с этой техой добьется до конца. А плюс у нас еще скидочка от интеллигентов здесь. Жалко, что не 20%, но 10%. И будет она длиться, пока, я так понимаю, принимается закон. Поэтому я бы хотел, чтобы, да, не принялся он сейчас. Хорошо. И мы по-быстрому давайте и прагматизм заисследуем, и потом уже малярия будет, я думаю, автоматически принята. И, наверное, после этого мы пойдем в деньги просто. Либо, не знаю, в какую-то медицину. Возможно, антибиотики тоже нам бы пригодились. Подумаем, посмотрим. Ну, вообще, объективно говоря, нам еще кучу промышленности исследовать есть, так что найдем, куда наше исследование отправить. А вот и принялось полное разделение. Нормально, хотя можно было и чуть попозже, чтобы было плюс настроение, да, у ребят. Но не сильно важно, не сильно страшно. Давайте вернемся к медицинскому страхованию, собственно говоря, и постараемся его все-таки добить. А вот готов у нас прагматизм, и мы, как я и говорил, профилактику малярии добиваем сразу. Ставим себе пятый институт. И начинаем нескромно колонизировать все, что получится в скобочках. Жесть, какие там дни. И почему тяжелая малярия тут вот еще применяется? Хороший вопрос. А здесь вот уже нету. Все обновилось. По 400 дней. Долговато из-за нашего населения, но лучше, чем ничего. И из-за малярии лучше, чем у других стран. Хотя Франция, я думаю, и с малярией тяжелой будет там тоже по примерно такому времени. Ну вот да, вот с тяжелой малярией тут сколько? Ну 700 дней, 800 дней. То есть две провинции с минус 95, они исследуют, как мы, одну. Да, ну, что поделать. Кстати говоря, мы начинаем новую колониальную войну. Все, в принципе, как обычно. Плюс психоанализ я бы взял себе за деньги. Вполне себе. Надо подумать, что мы хотим исследовать в следующем, да? И, наверное, электричество бы подкачать. Да, перейти на больше электричества, чтобы качеством брать. Наш остров электростанция потихоньку набирает здесь людей. Но видите, здесь есть население, но кому-то не хватает квалификации, кто-то хочет больше денег. Вот, давайте-ка вот так вот сделаем мы. Да? Чтобы люди тут туда пошли поактивнее намного. Там, я думаю, найдется кто-то с квалификацией. По крайней мере, в один момент должен найтись.
Ну да, вот потихоньку заполняться начали получше. И электричество у нас в плюс идет. Потом мы добавимся еще. Ну, у нас много что надо перевести на электричество, на самом деле. У нас и здесь. А, подождите, здесь уже электричество. Окей, все супер. Тогда не так много. Тогда лесозаготовки, вот там будут еще здесь какие-то техи. Ну и уже в лайте появятся вот различные техи там с рыбой, с мясом, всякие заморозки, но это все потом. В любом случае, сейчас у нас начнется война, и мы подзовем все новые территории и подаем вот это восстание. Вы помните эти прекрасные восстания в восстаниях? Так вот же они. Игра, пожалуйста, давай, давай не надо. Не начинай эти вещи делать. Блин, ну вот опять минус шансы, опять мы отменяем, потому что да. Что ж тогда можно попробовать? Ну, социальную защиту я не хочу, рождаемость я пока что тоже хочу иметь, не хочу менять, да. Призывы? Ну, нужны призывные пункты, окей. Вот это, возможно, нужно будет в один момент менять на вот это. Ну, прямо сейчас, наверное, нет. Да и в принципе даже это не так страшно. А давайте тогда что мы сделаем? Вот это давайте продвинем хотя бы немножко. Вопрос, насколько это немножко мы хотим сделать. А, наверное, вот до сюда, да? Давайте, да, до сюда. И посмотрим, что как оно будет. Ну да, как я и ожидал, вот все, теперь у нас вот эта страна, потому что она восстала в восстании, я их не могу подавить. Невероятное просто состояние игры. Симуляция исследований. Очень смешные какие-то бафы. Ну, допустим, надо будет их завоевать, как я смогу. А вопрос, когда я смогу. Надеюсь, после вот этой текущей войны. Да. Но если нет, то это будет пега, если там какое-то перемирие. Но я думаю, смогу. Я говорю, чуть не забыл перейти на остальные пассажирские вагоны. Вот. Я-то их, помню, исследовал, но, видимо, мы в тот момент не перешли. И у нас рынок такой, более-менее стабильный, на самом деле. У нас таких особых больших минусов нету. Только электричество, оно уже заполнилось. Нет, еще не до конца, поэтому... Давайте начнем на будущее вот так сделаем. И нужно опять стройку заказывать, да? Я и говорил, что у нас в один момент заканчиваются люди, но... Тут пока что есть, тут пока что есть, это хорошо. Давайте, поэтому я отдельно пойду по всем колониям, позаказываю новых домиков. Я так посмотрел, в принципе, мы можем себе позволить поставить электричество сюда в дерево. Это, возможно, удешевит наше дерево, но у нас дерево много покупалось, поэтому можем прекратить этот импорт. И подстроить электричество, но я уже его строю. И оно постепенно расширяется, оно не должно стать слишком дорогим. Ну, умеренно, еще умеренно. Главное, чтобы дебафов не было от производства. Ну и вот оно, да, покрывается. Наша огромная электростанция. Классно, вот технологии, да, в 67 году берут электростанцию из островов Индонезии, отправляют в Нидерланды. Вот это, конечно, живут люди, да. Кстати говоря, эту территорию можно вернуть просто по возвращению области, что очень неплохо. Возможно, нам стоит еще ты подставить, да? Я так и сделаю. Что у нас по институтам еще качаются и еще будут качаться. Так что надо подстроить немножко еще больше правительственных ведомств. Давайте посмотрим по населению, где мы это можем себе позволить. Вот в Мадагаскаре как раз-таки и можем позволить. Настроим ведомств, строим здесь шахты, все. У нас огромный инвестиционный пул. Хотелось бы его использовать, но пока мы строим шахты и плантации, мы этого делать не можем. Но в один момент начнем. Там еще кто-то отделяется, надеюсь, они не взорвутся. У них внутри, точнее, не взорвется никто. Забавно, что у нас уровень жизни очень уверенно растет, но радикалы растут тоже. Ну да, завоевание стран, дискриминация, увольнение, окей. Все, в принципе, логично. Исследовали мы очень важный для нас тех, просто очень важный, потому что у нас очень много плантаций на двигатели в плантациях. Это даст нам плюс небольшое количество работников, да, как бы чуть-чуть они уменьшатся, но и самое главное, тут появятся более, так сказать, квалифицированные работники. И мы получим просто огромное количество ресурсов с этих плантаций, но нам нужно реально очень жестко сейчас застроиться двигателями будет. И желательно это сделать, конечно же, заранее. А я вижу, что у нас
есть где их построить даже дома. И это очень хорошо. Я бы очень хотел, чтобы у нас такая промышленность была дома, где она не может отделиться по какому-то приколу. Но этого все еще будет не хватать, очевидно. Поэтому нужно думать, куда мы хотим отправить их. И нужно быть в этих территориях уверены. Да. Ну, допустим. Допустим, здесь, на самом-то деле, слушайте, оно уже потихоньку включается. Это более-менее такая уверенная наша территория. Давайте сюда и поставим наши автомобильные заводы. Вот так. И когда мы подстроим достаточное количество, попереключаем здесь все способы и получим просто, ну, какие-то колоссальные плюсы ресурсов всех, что очень-очень нам поможет нашей экономике, и ВВП тоже должно очень сильно поднять. Там это США охуели и решили поддержать авимбунтское восстание. Не, ну вы серьезно? Антагонизм. Мы соперники. Ну что поделать? Надо сейчас будет как можно быстрее продавить их и надеяться, что мы успеем замириться до этого момента. Что у них по армии? Застрельщики мобильные. У них нету медицины в армии. Это очень сильно. Но по статам у нас все одинаково, в принципе. Да, но за счет медицины мы должны битвы выигрывать, я считаю. И нам надо на самом деле будет прям всю армию нашу мобилизовывать, потому что войск у США, ну, посмотрите на это, очень много. Особенно по сравнению с нашей очень скромненькой страной. Так что сейчас мы все сюда будем закидывать. Хотелось бы мне в таком случае добавить Казусабели, да? Смотрите, какая Гвинея есть, очень-очень удобная. Ее бы вот захватить, да, и соединиться с вот этими нашими территориями. Было бы просто превосходно. Я просто чувствую, что мы вот так вот будем соединяться с нашими территориями через север. Потому что через юг здесь, ну, Францию, очевидно, мы не победим. В ближайшее очень долгое время, да, тут слишком много войск. А вот США, возможно. Ну и тут есть какая-то мини-опция куда-то вот сюда пройти как-то, да. Но там что-то британское, я думаю. Британию тоже мы пока вряд ли победим. Вот, допустим, мы можем захватить вот эту территорию. Карта. А слушайте, мы на самом деле реально можем. Я вот этим сейчас и займусь. Я думал, здесь вот это типа что-то британское, да? Может, у них красный оттенок. Но вроде нет. Вроде нет. Так что Америка, ты нам подсказала очень важный мув. Это, конечно, хорошо. И, наверное, мы просто будем сдавать все территории, кроме вот этого вот. Потому что. Ну, плюс-минус сдавать. Потому что это главная территория. И именно за них идет война. Казусбелли на них. А здесь мы довоевали, да, поэтому все войска сейчас сюда поедут. Встречаемся мы вот в такой битве. У них генерал умеет хорошие защитные тактики, но за дебафы и нашего количественного превосходства мы все-таки побеждаем. Это хорошо. Главный вопрос, да, у них здесь все еще нет медицины особой. У них первый уровень. А это неплохая разница. А здесь что-то потелепортировалось, я так полагаю. И краш игры кайф. Перезапускаем. Возвращаемся мы сюда. Продолжаем мы наступать потихонечку. Вот здесь, хотя здесь есть много американцев. И я понимаю, почему нас там не давят, потому что американцы воюют вот здесь вот. И, ну, воюете. У нас Казусбелли вот здесь, собственно говоря. Так как у нас нету Казусбелли на США, то они и не нужны для окончания войны. Нужно всего лишь капитулировать вот это вот восстание. Так что сколько бы они там не оккупировали, единственное, что мне не нравится от этого, это там, скорее всего, будет опустошение. Но эти территории так не соединены с рынком, так что плевать, в общем-то. Ну вот да, вот мы и все подавили. Вот мы здесь американцев и добьем. Хоть и с потерями, но нормально. Очень, очень даже нормально. А куда мы эти войска телепортировались, вопрос? Никуда. Отлично. Мы сейчас сможем даже здесь попытаться что-то поотбивать, я думаю. Посмотрим. Но главную цель мы уже сделали. Вот тут две небольшие битвы. Фронтир объединился. Наступаем, возвращаем территории наши. Фронт пополам распался, и кто-то домой пошел. Все как обычно. Без телепортации войск парадоксы не могут прожить ни дня. Но... А, война закончилась, а США нет. Ну, все, вот так вот я делаю и... Да, все. Ну вот, хотели что-то там американцы повыебываться, ну... Удачи им, как говорится. Можем, кстати говоря, вот здесь колонизировать уже начать начнем.
И мы очень уверенно колонизируем здесь, но как же нам не хватает населения, это жуть. Хоть включай еще, как бы, наверное, стоит потихоньку, да, подключать что-то. Но это все включится очень-очень не скоро. Да, там. Ну, вот здесь, на самом деле, уже в ближайшее время. Кстати говоря, здесь нам пропнул сначала плюс, потом минус, так что мы сидим, ждем чуда. Ну, а теперь можем вот эти территории попробовать объединить. Господи, что это за война? Нет. Все не можем, получается, да? Вот американцы, вот чего, вот их был план американский гнусный, чтобы французы в это время захватили проход к моим территориям. Ну-ка. Все же, да, подождите. А, да, у них есть в Франции реально там граница. Опрощение карты. Военку и фуратора. Это вот это. Ну да, мне не хватит этой территории здесь. Все, реально, остается только через север идти. И значит, что это? Значит, что нам нужно вот сюда как-то. Вот сюда как-то, наверное, будет нападать. Сейчас посмотрим. Вот такая вот получится война. Мы завоюем эти вот, о, прекрасно, можно посмотреть вот эти территории. И потом пойдем в Дамагарам и попробуем вот так вот проколонизировать в надежде, что мы успеем. То, как Франция вот здесь вот соединится. Ну, шанс на это в принципе есть, да, хотя колонизируем мы точно не туда. И сейчас, мне кажется, нас здесь американцы с французами совместно закроют. И в итоге мне придется, ну, США воевать, что там останется, да. Ну да, но все равно вот эти территории нам пригодятся. И все равно вот эти территории в первую очередь здесь брались только ради мечети Дженна. И она свое дело делает. У нас грамотность очень-очень уверенная. Кстати говоря, я только что заметил, что у нас, кажется, не хватает инноваций. Да, у нас можно повысить производство. А давайте-ка. Давайте во Фландрии так и сделаем. Там типа немного населения, но я думаю, они дойдут до этого, до универа в один момент. Тем более сюда есть иммиграция, прирост такой уверенный, да? Сколько у нас уже общий? 1,46, здесь просто уровень жизни очень высокий. Ну да, 22,6, хороший. Крестьяне ничтожные, я понял. Собственно говоря, да, не наберутся там в один момент. Тем более еще и безработные есть, все в порядке. И будем качать уже как надо, в лимите, потому что технологии нам очень нужны. Говоря, мы паровую турбину очень много инвестировали, давайте третий тихий подкачаем. Сейчас там будет резина, давайте машины сделаем. И потом плюс-минус там докачаем, и электричество уже на угле у нас будет. Вот был один красивый фронт, стало вот так. Очень-очень неудобно стало. Надо бегать, смотреть, чтобы оно не пропадало все. Жутко неудобно. Ну, что поделать, собственно говоря. Но с учетом войны, это мы, я думаю, выиграем. Только надо, чтобы нас с фронта не затроллили слишком сильно. А вот война и закончилась. Получили мы очень много территорий с таким хорошим населением. Особенно здесь, смотрите, 300 тысяч. Мы сможем это сделать, я думаю, вполне себе каким-то нашим промышленным центром. Давайте подключим эти территории. В скобочках только одну, потому что остальное слишком дорого пока что. Да, кстати говоря, что у нас по институтам? А мы все вкачали. Значит, что мы можем? Значит, можем не стесняться и вкачать еще один стейтик. Подстроить затем ведомств. Можем прямо вот так вот и сделать. Более того, я думаю, знаете, что мы, скорее всего, сделаем? И у нас появится вот это. Да, как я и думал. У нас появилось много бюрократии. И мы включаем эти все территории тоже. Включаться они будут долго, но мы можем себе это позволить. Скоро вот это подключится. 8 лет всего лишь. Очень скоро, невероятно скоро. И надо будет дальше сейчас двигаться. Но я думаю, этим мы уже займемся в следующей серии. Это уже подходит к концу. Мы очень неплохо опять поколонизировали. Собственно говоря, весь наш геймплей составляет колонизация, застройка новых территорий. И, собственно говоря, да, по кругу захватываем, застраиваем, повышаем ВВП. И он растет хорошо, уверенно. Не догнали мы Австрию, что на самом деле меня очень радует, потому что это значит, что ИИшки реально развиваются, да? И, ну, как не догнали? Мы еще не все технологии применили у нас здесь. Есть что переключать, у нас вот эта кнопка, да, секретная, еще не активна.
что нам нужно больше двигателей, я думаю, с нашими новыми территориями. Но когда мы вот эту кнопку нажимаем, я думаю, мы потихонечку ее догоним. И нужно будет двигаться дальше. Также надо придумать, откуда нам брать побольше войск. Можно, конечно, здесь построить, да, бараки, казармы. Но это такое очень ненадежное средство, потому что, объективно говоря, очень легко эти территории могут восстать. Здесь уже, вон, видите, беспорядки там. Возможно, это от прошлых хозяев. Не уверен. Но вполне вероятно, да, так и есть. Это от завоевания, собственно говоря. Так что есть чем бороться. Надо надеяться, что они не восстанут. Здесь мы тоже что-то повключаем. Вот очень много у нас бафов на плюс лояльность, но все равно остаются. Все равно остаются. И лечебницу мы никак не поменяли, хотя хотелось бы, да? Хотелось бы. Ладно, в любом случае, с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.